Всем привет, любителям Mercedes W124, привет со Святой Земли. С вами я, Ильгар. Я наконец получил посылку долгожданную. И немножко были переделки. Но ничего, с Божьей помощью мы дошли до того, чего мы хотели сделать. Идемте, я покажу вам, что я хочу сделать. Я получил вот такую на Airbag с Германии. И я буду ставить его сюда. Что мне для этого пришлось сделать? Немножко небольшую комбину я сделал здесь, где отверстие вот здесь. Здесь был знак Mercedes. А саму плату, то, что я получил, она была здесь полностью залита. Я ее вырезал. Здесь есть металлическая сердцевина. Внутри металл. Вырезал вручную работу. Все красивенько сделал. Обточил вручную. Убрал Mercedes. Это у меня подушка от 140-го Mercedes'а. Была на запас. Здесь руль один и тот же. Один в один. Разберу и, дай бог, поставлю. Заказал сюда эмблемку, чтобы красивенько было под оригинал. Будет красиво. Вот так. Что мне для этого надо сделать? Первым делом я отсоединил аккумулятор, минусовую клейму. Вот таким ключом. Вот таким ключиком. На 28 на 30. Я открыл, вот здесь есть два болтика. Вот они. Один вот здесь, если вы видите. Вставляете, крутите. И второй вот здесь. Вот он. Вот, чтобы вам было видно. И один здесь вставляете, проворачиваете. Потом снимаете подушечку. Осторожненько. Здесь есть вот это красного цвета тыпочка, как его сказать, что включает аэрбаг. Осторожненько его снимаем, это откладываем в сторону. Вот так это получилось. И дай бог это будет здесь, будет вот так. Я думаю, что будет красивенько, будет неординарное что-то. Мне очень нравится. Здесь еще будет знак Mercedes. Будет прекрасненько. Я думаю, что красиво. Ни у кого нет, у меня есть. Всем привет со Святой Земли. Всем любителям 124-го Мерса. Вот это Израиль. Вот такой Святая Земля. Вот это. Вам привет со Святой Земли. Вот это Тель-Авив. Будьте здоровы. Мир вам. Гладкой и зеленой вам дороги. Всем шалом со Святой Земли. Будьте здоровы. Берегите себя.